Здравствуйте, моя дорогая. У меня пятый блог, и это видео я снимаю о своем прикорме. Вернее, о том, о чем питается мой ребенок трехмесячный. Кормлю я вот таким вот его, вот такой смесью. Это Фриса Голд единичка. В единичке в этой получается у нас 800 грамм. Ну, это вот хватает на неделю. Двух-трехмесячному ребенку. Как бы на больше, конечно, этого не хватит. Вот баночка такая, вот так она выглядит, Фриса Голд. Единственное, что нам подошло, открывается. Вот таким вот образом она открывается. Видите, вот, пожалуйста, молочко. Заранее я приготовила чайник. И здесь у меня две простерилизованные бутылки. Берем одну. Почему две? Потому что это очень удобно использовать две бутылочки. Ну вот, получается, на 3 месяца нам нужно 5 ложечек мирных. Далее. Бутылочку доктор Браун я заранее приготовила водичку. Печенок, как я уже говорила, и у меня есть еще воду. Холодная вода у меня стоит заранее. Ну, прокипяченая холодная водичка у меня заранее вот в такой емкости находится. Начну приблизительно где-то на 150. Так, вот так, 50. Остальное залью теплой комнатной водичкой. 150, вернее, воды. Да, она теплая. Теперь будем засыпать нашу смесь. Значит, на 150 грамм нам нужно 5 ложечек Фриса без горки. Раз. Два. Видите, как оно здесь вот, ободок такой. Два. Три. Четыре. Пять. У нас получилось. Сейчас нам нужно аккуратненько перемешать. Уже бутылочку я перемешала. Значит, и теперь нужно, конечно, нам ее закрыть. Закрываем. Использую я вот такую вот систему с газоотводной трубочкой. Почему? Потому что деткам, ну, в общем, необходимо, чтобы газики выходили, и так им гораздо, ну, не болит животик. Гораздо лучше ребенку, когда вот именно такая бутылочка с газоотводной трубочкой. Фирма вот доктор Браун. Хорошая фирма. Я уже второй раз со второй дочкой использую именно этой фирмы бутылочки. Удобно. Ну и что? Оставлю, значит, стерилизованную бутылку одну. А с этой бутылочкой буду сейчас кормить своего ребеночка. Поэтому вот. Ничего сложного. Но главное, когда вы будете засыпать Фриса Голд и любую смесь, никогда не засыпайте с горкой. Потому что детей, как показала практика, это крепит. Сказано, что нужно, ну, засыпать без горки, значит, засыпайте. Получается, на 3 месяца это 150 грамм смеси. Ну, в зависимости, как есть ребенок, можете меньше замешивать. Можете на 4, просто аппетит тоже разный. Ну, вот я даю 150, вот я даже сейчас стала давать. Я как-то раньше больше 4 ложечки сыпала, но я вижу, что ей уже этого становится мало, я засыпаю больше. Чем хорош Фриса, достаточно перемешать, и как бы никаких комочков нет. Вот мне почему не нравится Белакт. Когда я пыталась попробовать Белакт премиум, он почему-то образовывал комочки. Вот, ну, и как я уже говорила, мы залили 150 миллилитров, да, и готового продукта у нас уже из 150 миллилитров он превратился в 100, ну, где-то 165, может. Там 170 еще нет, за счет пенки сейчас оно упадет. Вот, и бутылочка доктор Браун. Как вы можете проверить молочко? На запястье вот сюда вы пару капель добавьте. Если вы ничего не почувствуете, значит, молочко готово к употреблению. Вот,
И, по сути, можно начинать кормить малыша. Еще, когда вы будете готовить эту смесь, не забывайте, что на банке есть инструкция. Сзади инструкция, схема кормления. То есть на 3 месяца ребенку. Тут указано, ну, тут указано еще по килограммам. Вот видите, 4 месяца, ну, более 6 килограммов и 180 дети съедают. Но опять же, у меня дочка только недавно стала съедать 150 грамм. Тут, ну, абсолютно по-разному детки кушают. Поэтому, пожалуйста, вот смотрите инструкцию, сколько, ну, грамм нужно добавлять, и пользуйтесь инструкцией. И не забываем не засыпать с полной горкой. Если сказано половинку, почему? Потому что, напоминаю, ребенка может крепить. У нас была с первой дочкой проблема, мы не могли подобрать смесь. У нас ребенок не мог покакать. Постоянно были газоотводные трубочки, которые, в принципе, не помогали. Но они помогают от коликов, но не от запора. Потом не помогали. Ну, то есть разово помогала, конечно, клизма. Но чтобы всего этого избежать, со вторым ребенком не делать таких ошибок, мы вот сразу купили Фрисагот, и она идеально подошла. Поэтому вот как-то так.